Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с турбо-рубрикой «Битва эвакуатора». Всем здорово! Ну а сегодняшний ролик, чуваки, мы с Пашей начинаем на территории огромной пустыни возле городка под названием Сэнди Шорс, где у нас по традиции подготовлены мощнейшие и крутейшие эвакуаторы на турбомоторах. Ну а правила этой рубрики вы хорошо знаете, чуваки. У нас будет всего лишь 8 минут, чтобы отыскать себе 3 тачки в коллекцию, на которых далее мы сразимся в испытаниях за первое место. Ну и, чуваки, этот ролик немного усложнится нашим челленджем, который предлагали вы в комментариях, чтобы мы воровали сегодня не обыкновенные машины, а развалюхи ржавого типа, и их протюнинговали в мега-читерские автомобили. Поэтому, чуваки, давайте посмотрим, сможем ли мы это сделать и выполнить крутой челлендж. Ну а вам желаю я приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас хрумкает, ну и, конечно, крутейшего настроения. Ну а мы тогда не будем тянуть, погнали уже заводить турбомоторы. Чуваки, свои турболайки вы тоже зарядите под этот видос. Мне безумно каждый лайкос поднимает настроение. Ну и, чуваки, занимаем свои места под турбо-эвакуатором. Я беру чур красный. Да, красный, цвет опасности, цвет скорости, цвет удачи, цвет молнии Маккуина. А я победю, Паша, готов? 8 минут. Да, готов. Раз, два, три, стартуем. Чуваки, турбомоторы. Турбомоторы — это просто пушка. Опа! Полетели. Это была моя тактика. Короче, мы сегодня, еще раз повторяю, воруем только развалюхи. Правила подписчиков — развалюхи. За вы тачки. Паша, я нашел развалюху. Что это? Это... Какую? Только было одно условие, чтобы развалюхи тюнинговались. Эта чашка не тюнингуется, мне кажется. Кстати, что такое? Я могу, по идее, угнать ржавый жук вот этот и прокачать его в Monster Truck. Вот эта тема, но он вроде не тюнингуется сразу. А я буду искать Red Truck, который можно прокачать по арену. Red Truck? Red Truck? Точно! Погоди, ну естественно, ну единственное место, в котором то, что есть ржавые тачки, чуваки, это свалка! Машина-рампа! Я поехал! Паша, я поехал, Паша, поехал. Машина-рампа, машина-рампа, ты понимаешь, что сейчас будет машина-рампа? А машина-рампа и так ржавая, да, остается. Ну, не, ну все равно эта тачка считается тюнингованной. Что это такое? Это зелебоба. Это фигня какая-то. Моя рампа! Моя рампа! Моя рампа! Моя рампа! Ай, моя рампа! Давай, 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 давай! Да, Паша! Что он делает? Ну-ка! Я налево! Вот езжай налево! Руинер! Это моё! Это моё, моё, моё! Давай, давай! О, блинский! Пулеметы, парашюты у Руинера есть! Я поставлю и парашютики, и пулеметики, и ракетки там кинуть! Рампа! 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 Где? Да я тебя обманул специально. Блин! Нету рампы. Иди в ППМ. Это что такое? Одни свалки, одни развалины. Ладно, сейчас самолет угоню, полечу на гонку. Так, чуваки, проверяем, вспоминаем, где спавнятся самые ржавые тачки. Мне нужны самые мощные развалюхи. Самые мощные развалюхи находятся в автосервисе. В автосервисе? В автосервисе? Я поехал в автосервисе. Ребята! Погоди-ка! Что такое? Погоди-ка! Оп! Сейчас мы еще вот туда смотрим. Ну, тут вроде пусто. Так, автосервис! Короче говоря, мне нужна сегодня точно боевая машина, спортивная машина, внедорожная машина и еще мотоциклетная машина, чтобы пока не забыла. А я, кстати, думал, а внедорожники? Мы же находимся в Сэнди Шорс, да, а это значит, появятся хорошие внедорожники. Сэнкинг! Если найти ржавый Сэнкинг, его можно в машину-гусеницу прокачать. Он не спавнится! Спавнится! Паша! Паша! Что ты там про боевые тачки говорили? Чуваки, чуваки, первая машина, которая тюнингуется в арену вар! Давай, говори, что это? Знаешь, что это? Причем знаешь, где это? Это возле автосервиса! Чуваки, это Беннис Кастом! Это Беннис Кастом! Беннис! Она ржавая, чуваки, по правилам можно воровать! Это Лос-Сантос Кастом! Какой Беннис Кастом? Это Лос-Сантос! Это не Лос-Сантос! Это Беннис Лос-Сантос! А что она тут делает? Чуваки! Но она ржавая, может, Беннис от нее избавился. Короче, у меня есть боевая машина на толкучку. У тебя что это? Что это? Руинер? На парашюте прыгать будешь? Нет, на толкучке я еще не знаю. Я поищу другую тачку на толкучке. Смотри, я его одним боковым рывком скину с корабля, чуваки. Ему даже парашют не поможет. А вот сейчас я буду искать самую гоночную тачилу. Сейчас я как дойду.
круто, вот Тилу, это да. Офигеешь ты. Паркур, паркур. Так, у нас тем временем прошло 3 минуты, а остается еще пятерочка. Давай, 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 давай. Чего ты так говорил? Боевая тачка, да? Да, боевая тачка. А как тебе ретро? Пошел, нет, нет, ну нет, ну нет. Да, да. Да, блин, я изначально хотел в город ехать тоже, ретрак искать. Ладно. А вот ты поехал в автосервис, так что... Ну смотри, а мы как делаем? Мы сегодня одинаковые тачки воруем или не воруем? Воруем или не воруем? Я не знаю, ну давай можем воровать. Блин, ну если честно, мы бы их не... Что? У тебя мотор в капоте. Реальный ретрак, реальный ретрак. Блин. А я так сломбану радовался. Ладно, ладно, надо вспоминать. О, Радужная поляна. Паша, а ты куда поехал? А опа. Я на Радужную поляну поехал. Я не, как раз теперь туда еду. Ладно, я поехал. А я быстрее него, чуваки. Ну-ка, стоп, он что-то знает. Так, тихо. Лома. Да нет, тут развалюхи какие-то не нужен? Буду. О, что это? Вон, внедорожник. Ну это жук. А, это жук, это не внедорожник. Я думал, это внедорожник. Ладно, с цветочками, с ромашками. Так, чуваки, кто придумал правило воровать ржавые развалюхи? Это будет сделать довольно трудно. Я сейчас вспоминаю все ржавые тачки в GTA 5, их очень мало. Прям, которые тингуются нормально. Ну, я не знаю, в Сэнди Шорсе, если честно, я уже пятидесятая машина ржавая попадается. Ну, тут смотри, 50. Они фургоны, они какие-то бетономешалки, ржавые седаны. Мне нужна спортивная. Ретрак! А, он где? Катается. Где? А вот в Сэнди Шорсе он катается зеленый. Я тоже в Сэнди Шорсе катаюсь. Так, внедорожник! Ржавый причем! Ржавый! Ржавый это погоняло! Нет, он вроде не ржавый! Блин! Нам нужны ржавые! Что? А это будет честно, если я вот так сделаю? Это другой ретрак! Нет, я сказал! Да, катается! Опа. Он катается! Не-не-не-не-не! Тихо! Нет! Держись! Он сваливает! Кредит! Да. Паша, ты что делаешь? Ой, чуваки, в ловушке! Блин! Ну ладно, но это, кстати, не ржавый трак, он вроде чистый, а нужны ржавые тачки. Ладно! О, боже мой, смотрим! Мотоциклы! Тут есть... Здрасте! Так, а ржавых мотиков нет! А что это за спавнеры траков, я не понял? Ой, еще один! Ржавая? Она ржавая? Ржавая, вон капот ржавый. О, чуваки! Тампа, моя, все, моя машина. Это моя машина, пошел. Грязненькая. Какая грязь, это ржавчина, видишь, вот ржавый капот. Он ржавый, ну ржавый, или грязный, или ржавый, стой. Подожди, это что такое? Непонятно, ну воруй, если это хочешь. Ржавчина. Чуваки, пишите в комментариях, я думаю, это ржавчина. Так, если это ржавчина, мне ее засчитывай, потому что на эту машину... Пулемет на крышу против твоего этого сруинера, Паша. Сруинер мой прыгать умеет, а твоя тампа не умеет. Давай. Вот еще ржавая тачка поехала. Так, смотри, у меня уже есть две машины в коллекции и остается... две минуты почти. Ладно. А я отправлюсь в тюрьму, посмотрю, что там на парковке есть. Тюрьму? Там же парковка большая. Так. Мне нужна тактика. Мне, по идее, нужна машина, которая победит ретрак. Это единственное, что... Либо грузовик с тараном, либо машина-рампа. Ну ты его не найдешь, мне кажется. Нет, машина-рампа, Паша, машина-рампа. Точно! Чуваки, ну наша тактика, вы знаете ее. Если кататься вокруг свалки несколько кругов, может она реально появиться. Это так работает. Так, выгружаем. Выгрузили, я нормально. Какой я нашел! Только не говори, что рампа. Не говори, я рампа. Я нашел на тюремной парковочке EC-классик. EC-классик? Блин, напугал меня, я думал, рампу нашел. Так, ой. Стой, пожалуйста, просто пусть там будет рампа. Давай, времени у нас. Я хочу машину, рампу, такую спортивную подкидывающую. Давай. Давай, так, рампа, рампа. Подожди. Ты переживаешь ее там, что ли? Да, у меня мое заклинание. Заклинание на переворот эвакуатора. Быстро!
Переверните меня! Машина-рампа! Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста! Я многого прошу! Нет, нет, мне просто нужна машина-рампа. Да, много просишь, прям много-много. Ладно, как я и говорил, если ее нету, мы делаем просто три круга, и она появляется, чуваки. Вот три круга, смотрите, три круга. Чё-то? Это что за нержавейка? Nissan Skyline почти какой-то. Ладно, я отказываюсь от машины рампы, Паша, забирай ее сам. Я сейчас возьму себе спортивную машину. Так у меня, подожди. У меня есть сломбан, у меня есть с пулеметом тампа. Все, у меня полная коллекция. Вот только мотоцикла нету. Ладно. А что, в смысле, подожди. А как ее проехал? Я ее не видел? Или тут другая машина была? Красная была, я помню. Так, ну смотри, у тебя остается? Ну все, может, время вышло. Ты успел, нет? У меня уже три машины. Блин, а что это? Это Nissan, не Skyline какой-то. Ну, Skyline, это какой-то просто Nissan, наверное. Ладно, Nissan. Давайте тогда встретимся на спавне и проверим сегодня, что ты сказал ржавого. Паша, я офигел, чуваки. Вот эту машину я никогда не видел. Это же бодрская машина. Ничегошеньки. Это что такое? Это не Nissan. Я думал, это Nissan Skyline. Это другая машина. Это Nissan Skyline. Нет, у Nissan Skyline... Нет, да нет, нет, не может быть. Да, у меня один вопрос. Это ржавая машина, это тоже, ну, стопудово ржавая машина. А вот это, или это реально грязь? Подожди, она грязная. Ржавчина, это ржавчина. Где ты видишь ржавчину? Вот, на капоте, видишь? Вот, ржавая. Она просто коричневая. Так, а у тебя? Вот что, где тут ржавчина тоже? Ну, это... Да это... он потрескан. Нет, это не ржавчина. Это тоже у тебя чистая вот немного вот такая. Вот это металл. А вот это вообще как новая. Тогда мы, чуваки, тюнингуем наши машины. Вылетаем. И переходим к испытаниям. Ну, а я взял свою самую жесткую боевую точилу, чуваки. И теперь это не просто слова. Это черный рыцарь, который сегодня сразится против Бигфута. Ой-ой-ой. Паша, я был уверен, что ты руинер на парашюте возьмешь, а не Бигфут Монстр Трак. Ой-ой-ой. Ладно, ладно, маленькие, да удаленькие, победят уже великана. Поэтому, чуваки, кто сегодня в толкучке скидывает соперника в воду, получает по одному баллу. Ну и напомню, свои челленджи можете прислать мне в комментариях. Буду читать, лайкать и выполнять, наверное. Ну а мы начинаем битву. Паша, первый раунд. Раз, два, три. Погнали, давай! Газу да кану! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, страшно. На! Папа! Прям лапешником! Понял? Понял? Не надо! Не надо, дядя! Ага, видал! Опа! Какой маневр! Вот это фристайл-мастер! Нет! Паша! Ой-ой-ой! У меня мастер дрифтовый! Давай! И опа! Вот! Понемногу-то это скину, чуваки! Главное, слабое место заехать! Подцепи! Ладно, Макака побеждает. Переходим ко второму раунду. Ладно, чуваки, Бигфута довольно трудно победить. Но главное правильно знать тактику. Тактика приманка будет. Заманим на край и скинем. Давай, тебе Паша. Тебе не поможет это. Поможет. Второй раунд. Раз. Два. Два с половиной. Три. Заманил. Сейчас заманил. Чуваки, смотрите. Заманиваем. Ой, ты там сам с собой сражаешься? Я сейчас. Давай. Аккуратно. На! Блин, промахнулся. Боковой рывок. Давай. Черный рыцарь, чуваки. Тихо. Опа. Да! Заманили. Я прыжок не заработал. Я видел, потому что колесо на самолет запрыгнуло. Чуваки, бал. Самоуничтожившись, я получаю. Ну и мы переходим к третьему раунду. Я понял, кого мне мой сломбан напоминает. Гепарда, вот такого прям леопарда. Черно-оранжевый. Давай, готов? Раз, я готова. Два, три. Зря, смотри. Ой, не получилось. Ракамака, сраканака, опа. Сраканака. Ой, это было зря. А, нет, что? Паша! Это не считается. Нет, не считается. Это самый неуклюжий гепард был, чуваки. Это бесконтактный бой был. Ладно, давай, бери попытка. Раз, два, три. Счет 1-1 остается. Бесконтактный бой. Давай, бесконтактный бой. Смотри. Да. Нет. Прыжок. Видел. Видел. Паша, не трогай меня. Раз. Давай. Падал. Опа. А вот так. Это было читаемо. Да, блин. Ладно,
честный балл. Ну и переходим тогда к следующим автомобилям. Ну а теперь шансы отыграться у меня выросли, чуваки. Причем не в два, а даже в три, в четыре, в пять раз. Ой-ой-ой, это как будто тачка из Форсажа. Это как будто Nissan Skyline. Только это не Nissan Skyline, это что-то другое. Ладно, у Паши там мини-купер, пупер-супер, дупер-пупер, пердупер. Но, чуваки, мы знаем, что моя машина легенда. У нее турбомотор, а у Паши что это? Ну только таранец умеет. На нитро. Ладно, какое нитро? Реально же нитро есть. Эй, давай без нитро, давай без нитро. Ладно, гонка сегодня до Казинака. Кто приезжает впервые, получает балл. У тебя-то счет больше. 2-1 пока что. Я отыграюсь. Раз, два, три. Погнали. Давай. Сам себя подпернул с этой миной, чуваки. Чуваки, вот это удача. Со мной сегодня Нубас играет из Майнкрафта. Давай, Паша, давай. Давай, Нубас. Не надо, не надо. Что ты делаешь? Эй, это не все. Ладно, честно. Ой, по крыше ударил меня. Хватит пукать своими минами. Куда я уехал? Да, чуваки, ну вот теперь показываю суперкласс. Максимальный форсажник. Опа, в дрифте, в дрифте. Опа, давай, вот какашник. Так. Какой форсаж? Катяш, это ты такой. Я максимальный форсажник. Ой, тихо, нормас, нормас. Нормас, нормас, выравниваю машину. Оп, дрифт. Тихо, тихо, карту выключил. Давай, 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 давай. Думай своими минами, что ты сделаешь мне. Паша, нормас, 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 нормас. Понемногу догоняем козявку. Ой, 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 уедет, думает. На нитро ускорение своем. Давай, смотри. Раз направо, направо. Опа, здрасте, здрасте. Тихо, смотри, тихо, тихо. Нет, нет. Проблема, Хьюстон. У меня дрифтит. Машина! А у меня впереди машина! Я не говорила! Водить научись! Покедова! Давай, 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 давай! Тихо, тихо, тихо! Опа, опа, опа! Нет! А может мне налево? Может мне направо, точнее? Нет! Паша, давай, Паша, Паша! Пока! Пипец! Да нет! Я должен отыграться! Счет 2-2! Будет, чуваки, будет, будет, не переживайте! Не будет, не будет! Легенда вернулась! Здорово, здорово, здорово. Подпугивай, подпугивай. Тихо, тихо. Да тебе они мне ничего не сделают, твои мины. О, давай, на. Получилось, получилось. Да, да, протаранил. Играешь по-жесткому, по-грязному. Я играю по-офигенному. Чуки, 1 балл зарабатывает мой Skyline. Ну типа, ну и получается счет у нас 2-2. Ничья, и остается финальная битва. Ой, чувствуете, чувствуете, чем пахнет? Запахом победы, чуваки! Да, моей победы! Вот эта машина точно принесет мне 1 балл, потому что это Тампа с пулеметами двойными! А испытания? Ой-ой-ой. Давно его не было, хотя нет, недавно было. Битва на выживание. Правила простые. Уничтожить соперника, и тогда мы выиграем. Ну вот, кстати, есть один минус. Вот в комментариях, чуваки, напишите, все-таки это была ржавая машина или не ржавая, потому что вот мне не дает покоя. Мне кажется, нет. Паша говорит, что она не ржавая. Капот был ржавый. Ну или очень грязь такая на ржавчину похожа. Ладно, давайте так. Победа зависит от вашего комментария. Если это ржавая машина, я красавчик. Если нет, то я нулик. Ладно, раз, два, три, погнали. Let's go. Давай, 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 давай. Так, так, врубаем пулеметы. О, уничтожение. Что такое? Не получилось? Тихо, 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 тихо. Ой. Паша, Паша, когда тебе? Давай, 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 давай. Я хана. Ага, вот так вот. Точно. Ну-ка, а взлети-ка. Взлети, давай, давай, подпрыгни, подпрыгни. Нет, я не буду не, так. Не-не-не, прыгни, я ему парашют сейчас простреляю. Давай, давай, давай. Во-во-во. Ага, он бронированный. Не работает, что ли? Ладно, смотри, чуваки, раз у меня будет победа, про... Тихо! Я подумал, у меня заглохла машина, я испугался. Что это такое? Ничего, ничего! Уничтожаем его, уничтожаем. А, ты у него еще ракеты! Ракета есть? Так, нормально, что? Нормально. Ничего, что? Ничего. Как вовремя ты отъехал? Паша! Давай, давай, давай. Ты меня там что делал? Ой, они взрывоопасные. Ладно, я не буду пользоваться. Я из-под кустика буду. Давай, бегустика. Чуваки, ну просто, смотрите, буквально я не знаю, сколько продержится. Минута. Ой, здрасте, до свидания. Уходи вон. Так, где он там, где он там? Ну ладно, обратный час. Смотрите, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вообще капец! Ладно, иди сюда! Как? Давай! У него минус! У него пулеметы стреляют в одну сторону! Трись в дырочку! Это ты реально! Дырочку. Все! Смотри, смотри, вот так, прижимаемся, прижимаемся к Паше! Нет! Не-не-не-не-не! Без шансов, без шансов! Ной, и ной, давай, давай, давай! Давай, чисто вот битва! Ну-ка, 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 давай, ну-ка! Да, да ладно! Че? Да. Нет! Да! В смысле? Победа! Как
или баба. У меня... Реально, у весь дырочку был долматинец. Ладно. Что? Он врезался и взорвался. Победа! Эй! А нельзя было раньше. Ладно, тут баб получает плейзен. Ну и победа сегодня у него в кармане. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Что ж, чуваки, а мне это видео подходит к концу. Кому ролик понравился, лайк, отзыв, не забудь оценить. Мне будет безумно приятно. Ну а также, кстати, в комментариях решите сегодня мою судьбу. Это была ржавая машина или не ржавая? Главный вопрос видео. Ну а с вами был Джел Блейзен. Ссылка на ваши будет также в описании. Также переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем покедова. Всем пока, народ.